Доброе время суток. С вами Виктор Дулин, 28 марта 2018 года. Так, прошло 20 минут. Я пообедал. Подложил на всякий случай камин. Вдруг до вечера задержусь, чтобы майки остались сухими. Ну и продолжим с вами наше увлечение мульчированием картона. Органикой в форме картона. Самая задача главная у нас с вами заработок на выращивание экологически чистых продуктов, так скажем, для себя, а то, что останется, уже для других. Ну вот я мелкий весь картон уложил, теперь моя задача вот так немножко его загидроизолировать от остального, который буду укладывать, и приступаю непосредственно к укладке вот этого картона. Буду я его укладывать, конечно, не так вот, как он здесь в куче лежит, а рядами, ряд вдоль, ряд поперек. Ну, конечно, результат вы увидите. Ну, а начало вот такое. Вот так вот этот ряд будет вдоль. Следующий ряд будет поперек. Вот таким образом. Вот так будет следующий ряд поперек. Зачем? Чтобы куча не расползалась просто-напросто. Поскольку расползается даже когда большими кусками лежит, а уж такими маленькими, тем более будет расползаться. А мы должны занять минимум объема. Вот я такую кучу буду вершить вот по максимуму вверх, сколько получится у меня. Ну, посмотрим, что же у меня в конце концов получится.